В лесах края продолжают бушевать пожары. Сейчас зафиксировано 7 очагов общей площадью почти 1400 гектаров. Огнем охвачены леса в Ивенкийском, Кижемском и Богучанском районах. Большинство из них в авиационно-труднодоступной зоне. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 290 человек, одна единица техники. На территории Ивенкии сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Доступ людей в леса ограничен. В крае по-прежнему действует особый противопожарный режим. В лесопожарном центре призывают при обнаружении возгорания в лесу сообщать о нем по телефону прямой линии лесной охраны 8 800 194 00.